Давай до сюда. Получил банкноты. Давайте посмотрим вместе. Начнем традиционно с марок. Шведские марки на конверте. Ну, они 60-х годов и 70-х годов Олимпиады приурочены. Давайте посмотрим, что здесь. Фактура. Так, мой оптовик Линус Олсен. Так. Так. Так, новинки, полимерные новинки. Так, значит, вот такие новинки я купил. Мои коллеги делали обзор на них. Так, это у нас Соломоновы острова, страна в Океании, столица Хониара. Соломоновы острова были открыты испанским мореплавателем Альваро де Менданьо де Нейро в 16 веке. Переводится как «место восточного ветра». Красивая банкнота 23-го года. Вот. Олимпийским играм, да, Pacific Games. Красивая. Там здесь окошко. Так, я купил две банкноты. Одну я продал одному немцу в Германию, надо это слать. Продал я за 120 крон. Купил за 59 или 58 крон, продал за 120, их было две. Они по номерам, да, по номерам 04. Такая шикарная. И тоже это у нас уже, это у нас Восточные Карибы, административный центр. Морне, Сент-Люсия. Название происходит от Карибов, группы индейских народов. Период их открытия европейцами в 15 веке. Испанские завоеватели исказили название этих племен и называли их каннибалами. Они были Карибы. Уже красивая банкнота. Черепашка. Рыбки, да, красиво. Одну себе оставлю, одну продам. Так, эти у нас 48 крон, 49 крон, одна банкнота у нас 49 крон шведских, это 58 крон шведских, вот тавиков я купил. Так, потом вот
из последних тоже вот покупал самого, вот такую банкноту самого, это у нас страна в океане, тоже столица Апиа, в переводе священная для Моа, переводится Самоа, фамилии, даже эту фамилию носят и обладатели королевского титула Моа. Так, это значит у нас в 63-м году они первый раз вышли, 5 фунтов, но это переиздание, государственное переиздание 2020 года, очень красивая банкнота тоже, большая довольно, смотрите, 5 фунтов, это тоже вот из последних. Так, само, значит, Соломоновые острова у нас уже сколько банкнот? Значит, их всего они выпустили 4, значит, вот такая банкнота. Потом в 2019 году они выпустили вот такую, вот такие 40 долларов, тоже Соломоновые острова. Тоже красивая банкнота. Здесь у меня 2, 3 даже у меня здесь. 3 банкноты у меня, да, 3 банкноты. Здесь она вертикальная. Потом в 2018 году у них тоже полимерные 5 выходили. Здесь у меня их штук 10, по-моему, да, 10. Так, и вот такая полимерная у них тоже есть, тоже она юбилейная. Тут значок, если приблизить, она юбилейная, уже не помню, забыл, банку что ли, независимости. А, Silver юбилей, серебряный юбилей королевы, значит, да, памятная банкнота, серебряная. Да, серебряный юбилей. Знаешь, вот 4 полимерные у них. Это когда еще королева, когда они еще в составе были, 77-го года, это потом уже, видите, современная такая, сзади без изменений. Вот. Тут орел, да, у нас в окошке. Да, орел. Так, сзади без изменений, в принципе, да. Здесь изменения. Знаешь, вот 4 полимерные банкноты у Соломоновых островов. Вот такие покупки были, дамы и господа. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. Приятно почитать. Все. Всем мира и здоровья.